Всем привет! Привет! На канале «Сестрицы в теле». Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры, вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Немножко набрали. И двигаемся потихонечку опять на понижение веса. Девочки, смотрите, я сывороткой с этой сделала уклад. Очень хорошая сыворотка. Держится, да? Угу. Так дело в том, что я еще вчера сделала, у меня продолжает прическа вот такая красивая, пышная. А я кончики это, увлажняю специальным вот этим средством. Мне прямо очень нравится. Мне нравится, что крупные остаются локоны, они вот так сосули. Девочки, мы сегодня делаем запеканочку, такую низкокалорийную, самое главное, без сахара. Я посчитала, что на одну порцию... Вот если по полпачки 5% творога, по одному яйцу, тут как раз хорошо белков будет много достаточно, по пол банана и по полпачки вот этой голубики, здесь 125 грамм, будет всего 270 килокалорий. Это прекрасный перекус, например, между завтраком и обедом, когда можно ягоды. Ну, ягоды, вот эти фрукты есть. Не знаю, зачем это апельсины сложила. Я подумала, запеканочка, на апельсинчиков туда накидать. Ты вот со своими апельсинами вот сидела на своей диете. Тебе приятно их все еще наблюдать? Ну их куда-то ж надо теперь сбагрить, я на них смотреть больше не могу. Я так и поняла. Вот. Я считала только без вот этих апельсин. Может, это тут их для яркой красоты еще положила? Чтобы они сочетались с котиком. Всего 270 килокалорий. Мы теперь не утяжеляем эти... калорийностью. Мы раньше запеканки делали еще со сметаной, помните? Mm-hmm. С медом. Ну, так как нам так это не рекомендуется делать, это перекус между завтраком и обедом. Или, например, завтрак можете заменить. Но он не сильно калорийный будет. Тут, может, орехов добавить, будет более калорийный завтрак. Я буду еще читать вопросики. А ты что будешь делать? Я буду нарезать. А, я буду яйца взбивать. Если ты не будешь взбивать, я собью. Я буду взбивать яйца. И сейчас мы, девочки, ставим ингредиенты. Для запеканки понадобится 1 пачка творога, банан, 2 яйца и любые ягоды. Мы взяли голубику. Буду нарезать банан. А много комментариев у нас, как всегда, шуточных есть. Вот Мария пишет, желание есть может перебить только поесть. Это точно. Да-да-да. Света, я опять куда-то все повыходила. Куда я надавила? Куда ты еще пальцами своими тычешь? Раньше ты говорила сардельками. Да, я не говорила такого. Так, нету-нету, пишет. Суставы пострадают, это мы про прыжки. И грудь, наверное, отвиснет. Ну да, да. И обезьянка глаза закрыла, как будто. Да, вы знаете, мне кажется, опять я куда-то надавила не туда. Как мне дальше следующее смотреть? Вот так, пальчиком сдвигай. Девочки, грудь, она отвиснет самостоятельно в любом случае. Как не надо ей брать? Помогать отвисать. Куда? Как, чтобы никто тебе не писал? Кричим. Интернет. Девочки, извините, пожалуйста, что у Светы тут телефон звонит все время. Грудь и так отвиснет у всех. Это суждено всем. Просто у кого пораньше, у кого попозже, это зависит от эластичности кожи. Ну, у вас, девочки, не отвиснет. Это зависит от эластичности кожи. А, ты же там еще взвешивание. Я, девочки, я не сильно расстраиваюсь по этому поводу. Потому что, я не знаю, может быть, не обвисает грудь только по первого размера. Первого или, знаете, когда до первого размера. Я всегда со своей большой грудью завидовала, если честно, девочкам, у которых первый размер груди. Что можно ходить без всяких лифчиков, можно вообще одевать кофты красивые, платья сзади без всяких бюстгальтеров, чтобы спину видно было. Интересно, у девчат отвисает? Первым размером. Ну, вряд ли. Девчата, напишите. Если еще к тому же, мне кажется, какие-то хоть чуть-чуть отжиматься, там вообще будет все время вот так только стоять грудь. Ну, да. Как будто тебе 15 лет. Поэтому, наоборот, девчата,
те, у кого маленькая грудь, завидуют вот большой груди, там ничего хорошего в этом нет. Я не знаю, ну, мне это никогда не нравилось, если честно. Так, Виктория пишет. Светлана, вам подойдет танец живота, а мы с вами будем танцевать. Ой. А Маргарита подписала на диване. Да я пока тоже только диванными танцами занимаюсь. Мы не можем никак начать заниматься спортом. Нам некогда все время. А танцами я и по времени не могу. У нас есть там в ДК хорошие танцы, но у меня ж в 9 вечера заканчиваются. Ну, у меня ж ребеночек. Как... Ой, оки делать. Как бы выглядел мой танец живота? Нормально. Девочки, он... Я даже уже представила, как бы я им танцевала вперед, вот так вот вверх. Ты посмотри настоящие танцы живота, вот дочанки танцуют. Они вот как ты размером, и мужчины прекрасно танцуют. Нет, у них фигура груша. Поэтому красиво так. Ну, а мужчины, какая там груша? Как у них классно танцы эти живота получаются. Именно вот именно турки вот эти вот. Я не знаю насчет танца живота. Да. А Левкина нам пишет. Ой, я сильно шумлю, да? Да, мне не слышно даже. Простите, пожалуйста, что-то я... Начните интервально не с двух приемов пищи, а с трех. Утром не хотите есть, не ешьте. Первый прием в 10 или в 11 утра и отодвигайте. Ешьте больше белков и жиров с овощами. Надольше вас хватит, не будет голода. И 1500-1600 килокалорий в день. Угу. Наташа написала в точку, а Маргарита именно так написала. Да, я, девочки, поэтому тут и думаю про интервальное голодание. Видите, опять все пока никак не получается. Не могу себя заставить. Ложусь очень поздно. Ну, вот помните, вы же как-то говорили, когда вы так начнете постоянно работать, именно знаете, когда ненормированный день, не запланированный. И, например, бывают дни, когда вот после вторника, после четверга надо вообще лечь в 1-2 часа ночи. И получается, что ты поел вот этот ужин 10 часов, потому что ты знаешь, что ты в 2 часа лег. А это ни в коем случае делать нельзя. Из-за этого, наверное, вес и не уходит. А надо ж вот правильно соблюдать. Если ты поставил себе вот это окно в 6 часов последний раз есть на интервалке, ты же должен только в 6 часов поесть последний раз, да? Да. Потом не надо вообще ни кефира, ничего. Вот из-за этого, вот из-за этого сбоя всего этого, как это называется, режима, сна. И получается, что тоже где-то ты ужином на ужин больше углеводов съел, чем вообще нужно. Я, знаете, я калорийность-то считаю, а вот это, что углеводы, сколько грамм на килограмм веса, белки, в этом мне некогда времени копаться, как бы, по времени. Ну, да. Хотя это надо все соблюдать. На ужин не надо вообще углеводы есть, как бы. Ты это закончишь, когда эти... Я уже закончила. Это, девочки, насчет моей апельсиновой диеты. А, тут вопрос будет сейчас. А, да? Вот как раз Наталья пишет. Света, 8 месяцев назад твой вес был 72 800. Как сейчас. И тогда ты села на апельсиновую диету. Может, уже не надо себя мучить? Вот все намекают, что может тебе остановиться на этом весе и на удержании быть. Да я всю жизнь была с этим весом. Он меня так раздражает. Вот эти лишние 6 килограмм, они мне вот вообще не 6 сколько. Ну вот они вот до 65 я так никогда не могу дойти. Я тут смотрела... Я не рассказала про апельсиновую диету. Можно? Нет. Нет, я просто очень коротко. Одну блогера, одну девушку-блогера смотрела, она ростом, как ты приблизительно, на 2 сантиметра ниже. И у нее вес 50 килограммов. Ну, я даже до 60 вечно. Но эти 50 килограммов, они у нее еще ножки очень худенькие, но у нее очень выпуклая попа и натренированная грудь такая большая. Вот тут мышцы, худенькие руки. И она сказала, пускай все говорят, что я худая, зато у меня тело очень, очень изящное. Mm-hmm. Все, теперь дальше говорю.
В общем, я первый день просидела на апельсиновой диете полностью, как сын. Ну, вот в понедельник, когда мы ездили за товар, даже помните, там, яйца начистила? Да, там я замерзла, но я все равно ела только яйца. Потом дома апельсины поела, все это. У меня был отвес 650 грамм. Вот. Ну, на второй день я позавтракала яйцами, а потом все, меня понесло. Я увидела капусту квашеную, Кристя кушала. Это было вчера. Да, Кристя кушала капусту. Мне захотелось этой капусты жутко квашеной. Я съела капусту, потом что, гречку с котлетой. Еще сложно на диете сидеть, когда кто-то сидит, а кто-то нет. Едой пахнет. Доча же сейчас постоянно же готовлю, она приехала. Вот, у папы была. И все. Не знаю, девчата, я, в общем, сорвалась с этой диеты. Вы уж меня извините. Но я, да кто такую диету вообще я не уходила, я не ушла в зажор. Это какое-то издевательство над организмом. Я не ушла в зажор, я просто ушла в обычную еду. Не, ну у тебя один день разгрузки был. Да. И тебе этого хватит вполне, чтобы почистить там кишечник. Сейчас вот все девочки поддержат, что одного дня вполне хватит нам на диете-то посидеть. Ну, я хотела до 70 добить. Ну, не знаю, может, физическими нагрузками добить. Посмотрим. Ну, я не ушла в зажор, девчата. Не, она просто нормально... Да. Я не ела вредности, я просто стала обычную еду. Просто есть она начала. Есть еще там вопросы? Конечно. Что там спрятала такую красоту? Не знаю. Я просто не знала, куда некуда поставить, да? Так, Виктория задает мне вопрос. Кристина, а вы кето-диету не рассматриваете? Да нет, не рассматриваю. Я очень люблю всякие ягоды, фрукты, углеводы, макарошки какие-то творить. Да. И у меня не получится так. Это фрукты никакие нельзя есть. Я там все равно люблю. И также, я же говорю, уже бананчики какие-нибудь... мандарины поесть, а там почти нельзя этого ничего. Ну, мало-мало там можно. У меня не получится. У меня тут-то еле все получается. А такие строгости соблюдать. Там же помимо того, что кето-диета, надо же еще интервалку соблюдать. Светлана пишет. Здравствуйте, сестренки. Я недавно подписалась на ваш канал. Не могу без вас теперь жить. Вы такие классные, живу 50 километров от вас. Это где? И мечтаю вас встретить в городе. Частенько ездим за покупками или просто погулять. Я тоже стране на дефиците калорий. С удовольствием смотрю, как вы странеете. Рассказываете обо всем на свете. Я таких сестренок дружных еще не встречала. Все время вместе. Ну да. У него, правда, подписала, что спасибо большое. Мы тоже ругаемся. Да, ну нормально. Я рада, что мы вместе работаем. Вы знаете, мне хотя бы... Я вспыльчивый очень человек. И быстро отходчивый. Да. И мне очень удобно с ней работать, потому что она мой характер знает. И как бы... Вот ее переносить я могу очень. А я тебя. Это единственный человек в жизни... которого я могу без раздражения терпеть. Круглосуточно мы имеем в виду. Да, чтобы постоянно, и мне не надо от нее отдыхать, мы даже вечером расходимся, и что-то, если прикольно где-то увидим, все равно друг другу пересылаем, анекдоты, мне Андрей расскажет, я ей его перешлю, или там что-то еще, потому что мы даже еще потом расстанемся, иногда что-то друг другу, смайлик еще какие-нибудь шуточные шлем. Так что, девочки, мы тоже иногда ругаемся, но как-то мы, я помню, в детстве все время даже холодно, зима, Урал, а мы залезем с ней вдвоем под одеялом и какие-нибудь печеньки в кровати едим. Да. Смотрим, играем в танчики. Обожала это время. Смотрим какой-нибудь это, в джазе только девушки. Угу. Фильм вместе. 10-й раз пересматриваем, или 20-й, или какой-нибудь. Взрыв из-под земли, или как там, 30 лет под землей. Один дома, ну, какие-нибудь такие фильмы вместе. И что-нибудь там хомячим вместе. Вот мы превратились в хомяков. Видите, опять с едой самые лучшие воспоминания связаны. Угу. Вот плохо это. Надо запеканку поставить в духовку. А, все, ставим запеканочку.
Ну все, вы увидели, девочки, какая красота получилась. Запах, аромат. Очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Я буду без сахара. Я себе посыпала ложечкой сахара сверху. Плюс 20 килокалорий. Так, ну что? Но у нее будет 300 килокалорий. Плюс мы еще добавили чуть-чуть все-таки мандарин. По 300 килокалорий все равно получилось. Такой перекус или прием пищи. Прям такая хорошая получилась плотненькая запеканка. Не квашня. Мы делали не в духовке, а в микроволновке. Очень вкусно. У меня вкусно. У тебя не знаю. У меня бесподобно. Я вообще не люблю такие продукты, где настоящий... Знаете, как вот некоторые клубнику берут, посыпают сахаром. Я люблю. Я вообще не люблю, когда ягоды, они так такие сладкие, сочные, вкусные. Яблоко нарезают, посыпают сахаром. Угу. Многие так делают. Я не люблю этого. Я люблю, чтобы он настоящий вкус чувствовался. Ты мне какой-то вопрос, что ли, хочешь? Да, ты хотела что-то там зачитать. Нет, ничего нет? Не хотела читать. Ну, если бы был бы мед, я бы лучше медом бы было бы еще вкуснее, чем сахаром. Но меда нету. Поэтому... Елена тут еще писала. Мой муж сказал мне недавно, что я подарила ему вторую молодость. Похудела я на 42 килограмма. Молодец. Никогда за нашу жизнь он не говорил, что мне надо худеть. Вот так. Вторую молодость. Это у вас великолепный муж, что он ни разу не сказал, что у вас там лишний вес. И вы большая вот, молодец, да. Что вы смогли похудеть. Да. На 40 килограмм. Умничка. Да. Мне нравится, когда люди ни в чем друг друга не упрекают. Угу. Вот как есть, так и есть. Не гнобят. Ну вот есть лишний вес и есть. У каждого же есть свои недостатки. А представляете, если еще друг друга тыкать их, их друг друга. Да, это не жизнь была, не получается. Те, кто тыкает, тот и потом разводится между собой. Ну да. А тех, которые нормально живут, они и живут всю жизнь вместе. Очень вкусная запеканка получилась. Девочки, вы же знаете, мы любим запеканочки делать. Легко, быстро, нам всегда надо, мы куда-то торопимся, я думаю, все в суматохе, в суете живут. Быстро закидал, намешал в микроволновку, кинул на 5 минут, и все уже у тебя готово. Даже утром на завтрак. Так уж можно сделать овощную, да, на обед? Ну, кто любит с овощами, творог. Я вот еще хочу с овощами, давай как-нибудь сделаем. С помидорами какими-то? Да ну, он не расквасится, какие-нибудь, это... Стручковая фасоль, да? Ну, цветная, да. Капуста, грибочки будут обалденные. Ну да. Девчата, готовьте, да. Это очень вкусно, полезно и быстро. Опять обо всем поболтали. Всем хорошего дня. Завтра увидимся в следующем ролике. Ну, пока-пока. Пока-пока.